Давайте прочитаем этот текст на русском. Со второго стиха. Прочитаем. Книга Исход или Шемот, 6 глава. И говорил Бог Моисею, сказал ему: «Я Господь. Я являлся Аврааму, Ицхаку и Якову с именем Бог Всемогущий, а с именем Моим Господь не открылся им. И я поставил завет свой с ними, чтобы дать им землю кнаанскую, землю странствования их, в которой они странствовали. И я услышал стенание сынов Израилевых о том, что египтяне держат их в рабстве, и вспомнил завет мой. Итак, скажи сынам Израилевым: я Господь, и выведу вас из-под ига египтян, и избавлю вас от рабства их, и спасу вас мышцами простертыми и судами великими. И приму вас себе в народ, и буду вам Богом, и вы узнаете, что я Господь, Бог ваш, изведший вас из земли египетской, из-под ига египетского. И выведу вас в ту землю, о которой я, подняв руку мою, клялся дать ее Аврааму, Ицхаку и Якову, и дам ее в наследие. Я Господь». Итак, мы видим с вами здесь, в этих стихах, историю. И мы видим о том, что Господь разговаривает с Моше. И говорит ему сделать определенные вещи. Что он должен будет пойти в землю к фараону. И надо сказать, что Моше воспитывался в доме у фараона. То есть фараон был знаком с Моисеем. И Господь сказал ему сделать то, что фараон от него не ожидал. И что мы можем увидеть в этой истории? И, конечно, мы можем извлечь отсюда много разных вещей или выводов. Но я хочу сосредоточиться на трех выводах, которые я, лично я, увидел здесь, в этой истории. Итак, вывод первый. Господь приходит на помощь своему народу. דבר ראשון שאלוהים מגיע לעזרת העם שלו. Не потому, что этот народ очень отличается от всех остальных. לא כי העם הזה נבדל מכל השאר. Не потому, что он гораздо лучше всех остальных народов. לא כי העם הזה יותר טוב מעמים אחרים. И не потому, что у него, знаете, есть какая-то такая дополнительная, особенная привилегия. לא היה שם איזה ייחודיות. Но Господь выводит и помогает своему народу из-за завета с ним. И в частности, из-за завета с Авраамом. И мы можем видеть это в 5 стихе, в 6 главе, где он говорит: «И вспомню, и услышу стенание сынов Израилевых, и вспомню завет мой». וגם אני שמעתי את נהגת בני ישראל, אשר מצרים עובדים אותם, ואזכור את בריתי. И Господь вообще разговаривает с нами и сотрудничает с нами. Элоим תמיד מדבר איתנו ורוצה בשיתוף פעולה. Не столько потому, что мы очень талантливые люди. לא כי אנחנו בעלי משהו ייחודי. И может быть не столько потому, что мы лучше других людей. Но главным образом, потому что у него есть завет с нами. Завет — это договор. И благодаря вот этому договору, что Господь, Он посвятил себя исполнять этот завет, Господь действует в нашей жизни. Из-за Его обещания делать это. Интересно, что завет, он накладывает определенные обязательства.
Нахорим шибрит и мавьям лемухуявут на своем. И также ответственность. Да, хайут. Давайте посмотрим, я хочу прочитать с вами книгу Берешит, 17 главу. Перек Берешит, перек Юдзайн. С первого стиха. И посмотрим, что. Это что касается ответственности и что касается обязательств в Завете. Здесь написано так, что Авраам был 99 лет, и Господь явился Аврааму и сказал ему: «Я Бог всемогущий, ходи передо мною и будь непорочен». Пасук алеф, вее Авраам бен 90 шана ве 9 шаним, вере Адонай эль Авраам, ве йомер элав, ани эль Шадай, италеф лифанай ве ие тамим. И поставлю завет мой между мною и тобою, и весьма-весьма размножу тебя. Итак, здесь мы видим обязательство, что Господь, Он просит от Авраама ходить перед Ним, это значит иметь с Ним общение и быть непорочным. И это то, что касается завета Бога с Авраамом. То есть с отцом всех, всего еврейского народа. И мы знаем также, что Бог заключил новый завет с Иешуа, Брита Хадаша. И это не означает, что в Новом Завете у нас с вами меньше ответственности и меньше обязательств. וזה לא אומר שבדרך ברית החדשה יש לנו פחות מחויבות ופחות אחריות. Я хочу прочитать вам место из Писания, это послание к евреям, 10 главу. אנחנו נקרא ספר אל העברים, פרק יוד. Здесь написано так. Послание к евреям, 10 глава. 26-го. И послуха своим еще. Ибо если мы, получив познание истины, произвольно грешим, то не остается более жертвы за грехи, но некое страшное ожидание суда и ярость огня, готовое пожрать противников. Если отвергшийся закона Моисеева при двух или трех свидетелях без милосердия наказывается смертью, то коль чахтяйшему, думаете, наказанию повинен будет тот, кто попирает Сына Божия и не почитает за святыню кровь завета, который освящен, и духа благодати оскорбляет. «Эн им нехата безадон лахар шекибану тидьята эмет, ло ишаэр от корбан лахапер алахатаим, эле цифият харада ладин, велаат эш ашер тухал эта оевим. Амафер эт урат Моше йомад бли хемла, ал пи шне едим о ал пи шлоша едим». כמה וכמה גדול יותר יהיה לפי דעתכם העונש הראוי למי שרומז ברגלו את בן האלוהים ומזלזל בדם הברית אשר הוא מקודש בו ומחרף את רוח החסד. Итак, мы видим, что у Господа есть завет с нами. אנחנו רואים שאנחנו עדיין תחת ברית. И мы видим, что Он действует в нашей жизни из-за этого завета. ואלוהים נמצא בחיים שלנו תודות לאותה הברית. Не из-за наших каких-то заслуг или талантов. לא כי עשינו משהו טוב וישנו כישורים מיוחדים. Но по причине того, что он верен своему завету, своим обещаниям. הסיבה היחידה כי הוא מחויב ונאמן לברית. И в Новом Завете у нас больше ответственности и больше обязательств хранить его. ובברית החדשה ישנו עוד יותר מחויבות ואחריות לשמור על הברית. Итак, второй вывод, который мы видим из истории с Авраамом, с Моше, простите. Моше. Второй вывод: Бог использует человека для своей работы. И мы не будем это открывать сейчас, но я процитирую вам стих из Писания, где Исаия, пророк Исаия, он увидел видение, в котором он увидел Господа и ангелов. И Господь спросил, кого послать нам?
И Исаия сказал: «Вот я, пошли меня». Итак, второй вывод – это Господь использует нас с вами, людей, для того, чтобы исполнить свою работу. В любом завете есть двое. И в завете с Богом есть тоже двое. Бог с одной стороны и человек с другой стороны. И Господь не придет на эту землю делать свою работу сам. Он призывает тебя и меня делать эту работу. И ему нужны твои руки, твои способности говорить, твой язык. И мы, как люди, мы часто реагируем, как Моше реагировал. Я не могу пойти к фараону, потому что я не могу хорошо говорить. הרבה פעמים אנחנו מגיבים, כמו שהגיב משה, אני לא יכול ללכת לפרו, כי אני לא יכול לדבר. Но у Господа есть всегда план Б. Он может послать с тобой помощников. לאלוהים יש תמיד תוכנית Б, הוא יכול לשלוח איתך את העוזרים שלו. И у нас всегда есть команда, командная работа. ותמיד יש на עבודת צוות. И Божью работу не сделает один только человек. וכמובן, תוכנית אלוהים לא יכול לבצע בן אדם אחד. Ему нужна команда. צריך לעבוד בצוות. Итак, он использует людей для своей работы, и мы можем посмотреть послание второе Коринфянам в третьей главе. Второе послание Коринфянам, третья глава, третий стих. Перек шалош, пасук шалош. Пасук штайм. Вы – наше письмо, написанное в сердцах наших, узнаваемое и читаемое всеми человеками. Вы показываете собой, что вы – письмо Машиаха, через служение наше, написанное не чернилами, но духом Бога живого, не на скрижалях каменных, но на плотяных скрижалях сердца. «Арей атем игратену актува белебену, векол адам макир ота векоре ота, роим беверур шатем игрет амашиаха наезерет аль ядену, כתובה בדיו, אלא ברוח אלוהים חיים, לא על לוחות אבן, אלא על לוחות של לב בשר. Итак, когда Господь использует человека, чтобы исполнить и сделать свою работу, ואלוהים משתמש בבן אדם בשביל לעשות את העבודה שלו. Люди начинают видеть Божью работу, אנשים מתחילים לראות את העבודה של אלוהים, работу Бога, עבודת אלוהים, через наши дела, דרך המעשים שלנו. Аминь. Аминь. Итак, третье и последнее вывод, который я для себя увидел в истории с Моше, которого Господь посылал вывести сынов Израиля. Мы не можем сделать работу Бога без Его божественной силы и помазания. И я хочу с вами открыть Евангелие от Луки, 24 главу. И втох от Лукас, срым варба. С 29 стиха мы видим такую историю. Мы по сути срым это еще. 24-29. Простите, не 29, а 49. По сути, арбем это еще, Харон. Здесь написано так, что «И я пошлю обетование Отца моего на вас». А вы же оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не облечетесь силой свыше. Господь Иешуа говорит своим ученикам, чтобы они оставались в Иерусалиме до тех пор, пока они не получат силу свыше. אדון ישוע ציווה לתלמידיו להישאר בעיר באותו מקום עד שיקבלו את הכוח, את העוז ממרום. То есть без его силы, без его божественного вмешательства мы не можем делать его работу. В этом есть сила завета. Потому что Господь не имеет в чем-то нужды и не нуждается в служении рук человеческих, как написано. Но Он нуждается в тебе, чтобы исполнить вместе работу Божью, и Он дает тебе силу сделать это.
И еще один момент, еще один аспект. Мы не можем получить от Бога силу, если мы не заинтересованы и если мы не хотим этого. Бог не придет к тебе ночью, в то время, как ты спишь, и говорит, и не скажет тебе: «Я даю тебе силу, вставай и беги». אלוהים לא יבוא לך בזמן שאתה ישן, בחוסר מס, הנה, קח לך כוח ולך תעשה. Если ты этого не хочешь, если ты не желаешь этого. אם אתה לא רוצה בזה, ואם אתה לא מעוניין בזה. Если тебе все равно до того, что Бог хочет делать. אם לא אכפת לך לגבי מה שאלוהים רוצה לעשות. Он не будет тебя насильно тащить что-то делать. הוא לא יאנוס אותך לעשות דבר מסוים. Ему нужна твоя добрая воля. הוא רוצה את רצונך החופשי. И это мы можем увидеть в первое послание Тимофея в 4 главе. И это последнее место из Писания, которое я хочу вам прочитать. Первое послание к Тимофею, 4 глава. С 12 стиха. С 14 стиха. Не роди о пребывающем на тебе даровании, которое дано тебе по пророчеству с возложением рук священства. О сем заботься, всем пребывай, дабы успех твой для всех был очевиден. Вникай в себя и в учение, занимайся этим постоянно, ибо так поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя». אל תזניח את המתנה אשר בך, שניתנה לך על פי נבואה בסמיכת ידיהם של זקני הקהילה. שים לבך אל את הדברים האלה, אתמד בהם, למען תראה התקדמותך לכל. אשגח על עצמך ושית לבך להוראה. אתמד בזה, כי בעשותך כן, תושיע גם את עצמך וגם את השומעים אליך. Здесь רב שאול призывает Тимофея стараться. ובעצם הרב שאול קורא לתימותאוס להתמיד. Хранить и заботиться и приумножать тот дар, который ему был дан. Тимофей не должен был просто сесть и расслабиться и ждать, когда этот дар будет проявляться в нем. Тимотеус לא יכל פשוט להתיישב ולהרפות ולחכות עד שאותה מתנה תעבוד בתוכו. Ему необходимо было прикладывать усилия для того, чтобы развиваться. הוא צריך לעשות משהו ולהפעיל כוח בשביל להתפתח. И для того, чтобы этот успех он стал в конце концов очевиден, необходимо прикладывать много усилий. Вот это все, о чем я хотел прокомментировать Парашат Шавуа на этой неделе. Большое спасибо, Женя, за помощь в переводе. Спасибо.